Перед уходом еще расскажу одну историю об вот этом вот небольшом прудике или болоте, не знаю, что это такое. Вот. Получается, вот видите вон то вон бревно, которое плавает. На его месте давно еще было это. 2018 год, вроде 2016. Лежало точно такое же бревно, только оно было немножко повернуто в другую сторону. Это было летом. Вот. Гуляли пацаны какие-то. Гуляли, просто гуляли. Вот. И приспичило им встать на это бревно. Вот встали они, и все. Один встал, бревно перевернулось, и все. Нету пацана уже больше. Он... А его друзья просто убежали в ужасе. Ну, зачем, в принципе, помогать-то? Вот как-то так. Так что, даже насколько бы не казалось то, что весело, типа, не весело. Даже вот на лед лучше не стоит лазить. Полезешь, провалишься, и никто тебя не достанет оттуда. А твой труп могут найти только через пару дней буквально. Или, может, неделя пройдет, пока тебя найдут. А ты уже будешь бездыханный лежать подо льдом. Точнее, плавать, да. Плавать, как рыбы во время зимовки. Вот, как-то так. Так что не советую лезть на лед. А то может закончиться все очень плачевно.